В отреставрированном Тверском краеведческом музее открылась выставка, которую посвятили 195-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Главные экспонаты связаны с жизнью и творчеством великого русского классика и непревзойденного сатирика. В числе первых посетителей оказалась наша съемочная группа. После продолжительных ремонтных работ Тверской краеведческий музей открыл свои двери и вновь готов удивлять гостей. В здании полностью отреставрировали фасад, воссоздали ранее существовавшие пристройки, заменили кровлю и завершили внутренние общестроительные работы. В здании проведено огромное количество ремонтных и реставрационных работ, которые были связаны с комплексом и с внешним обликом здания, и с его внутренним. В дальнейшем, безусловно, коллектив музея приложит все усилия для того, чтобы это в дальнейшем развивалось. А сегодня мы очень рады, что имеем возможность принять жителей нашего региона в этом здании. На первой выставке под названием «От благодарных потомков» представлены предметы, подаренные семьей Салтыковых музею в разные годы. Здесь можно увидеть экспонаты, в том числе, которые не вошли в постоянную экспозицию и хранились в фондах. Раритетная вещь – чашка с блюдцем, подарок Олега Салтыкова-Щедрина на его 50-летний юбилей. Еще один уникальный экспонат – письменный стол Михаила Евграфовича. За этим столом писались главы и истории одного города, и современные деяния. То есть очень многие произведения как раз были написаны за этим столом. И это из имени Веденева, это единственная собственность, которая принадлежала Салтыкову-Щедрину. Одним из экспонатов на выставке стали каминные часы семьи Салтыковых. Они были сделаны во Франции по каталогу известной парижской часовой мастерской Бурдена, поставщика дворца императора Наполеона III. Часы были изготовлены на заказ по случаю торжественного события в семье Салтыковых. Не менее интересным предметом экспозиции, рассказывает куратор выставки Лариса Костюкович, является прижизненный скульптурный портрет Салтыкова-Щедрина, автором которого стал русский скульптор Пармен Забелла. Был в свое время представлен в экспозиции Тверского музея, но после того, как были закрыты отечественные записки, музей был изъят из экспозиции. По этому поводу Салтыков-Щедрин написал в письме к Соболевскому: «Ну что ж, теперь я признан вредным писателем». Но прошло время, и этот скульптурный портрет нашел и был представлен в экспозиции 1976 года в музее Салтыкова-Щедрина. Он нашел свое достойное место в экспозиции этого музея. Посетить выставку и увидеть мемориальные предметы великого русского писателя можно до 1 марта. В музее информируют, что посещение разрешено только по предварительной записи и в составе группы.